Так, с вами Манагер, и я буду транслировать АМ Лигу номер 12. Сейчас посмотрю. Да, 12, раунд 3. Кстати, сейчас Dota TV тоже настройки сделаю, а то некоторым командам проще скачать. Так, все, сделал настройки. Все нормально. Играют команда Revan2B против Natus Sanctum. Это группа А. Так, давайте быстро баны пики. Пришлось немного задержаться, поэтому вы чуть запоздало увидели. Ладно. Забанили Дума и Ластиллер, взяли Дарксира и Дазва. В свою очередь Natus Sanctum. Забанили Инвокера, Кентавра и Луну. И пикнули аппарата и Штонспета. Кстати, хочу заранее команды предупредить. Которые играют в группе А и в последующие. Если вам встретится такая команда, как ЕВ, английскими буквами большими, ЕВ-5, сейчас даже сокращу, полное название прочитаю. Команда Evolution 5. Они гниды еще те. Предупреждаю, тех лус могут поставить спокойно. Потому что всякие правила выдумывают и все такое. Так что осторожней, парни. Если будете с ними играть, просто следите за чатом постоянно. Иначе можете пролететь один раз этих лус. Потому что они крысы еще те. Ну ладно, черт с ним о говне, начнем о хороших парнях. Забанили Бристлбека и Вайпера, в свою очередь Natus Sanctum забанили Эмбер Спирита. Revan2B, пикнули Дизраптора. Рубик! Наконец-то опять! Опять карточка с Рубиком! Пожалуйста, пожалуйста, молюсь, чтобы Рубик был скилловой. Чтобы воровал как просто бог. Фух, пожалуйста. Надеюсь, парни исполнят. Надежду, мечту. Ну что у нас тут вырисовывается? Revan2B взяли Дарксира, Харду. Дазом с Дизраптором пойдут в легкую. Помогать Кэрри убивать или фармить. А, профетка в мид, понятно. В свою очередь, Рубик с аппаратом будут помогать на легкой. И в мид пойдет Штон Спирит. Ну это одна из версий. Самая правдоподобная, которая где-то на процентов 80 имеет шанс жить. Также возможно, что Штон Спирит пойдет на, в триплу, это процентов 10. На харду это еще процентов 9, получается 99%. И то, что Рубик идет на мид, это вообще 1%. И вот, нет, 1% аппарата скорее пойти на мид. Правда, блин, давно не видел, кстати, Рубика на миду. Полтора года уже прошло, а? Полтора года? Я знал людей, которые реально брали Рубика на мид, и они тащили им. Я удивлялся, как и чем убивать. Потому что ты вроде поднимаешь, да, бросаешь по тауру, там стан. Но, блин, парни тоже не пальцем сделаны. Их я не понимаю, как убивать. Понимаешь, еще вторую дать? Но это получается, если только ловить на агрессии вот так. Только на агрессии. Взяли Вивера. Кстати, трипла тут вырисовывается нормально в итоге. Вивер, Рубик и аппарат. Есть, конечно, шанс, что Вивер хард. Или Вивер мид, но против профетки сомневаюсь. К тому же Вивер против Дарсира это очень такая полезная штучка, веселая. Потому что тебе эти колючки ежик этого проклятого не действуют. Вот. Ладно. Что-то я увлекся. Стратегий. Так. Ну и... Забанили Тимберсоу. Ха, самого числа для Ликана. Парни подумали, тут Дизраптор, здесь Дазл, замедление и забор. Не, я... Ну да. Ликан подходит... По идее подходит, но с другой стороны, там уже есть пушер в виде Дарксира. Ну, кэрри пушер, это так-то славная тема, но... Ну да, эта тема сегодня часто играется, игралась, во всяком случае, потому что я в доту давно уже, сколько, 3 дня не играл. Посмотрел только вчера, и то там не был Ликан в пике, и все. Это была Дримлига. Ну, и, парни, кого вы берете в качестве кин? Неужто какого-то Ликана хотели взять, друзья? Ну, не смешите нас. Ладно. Озвучу пока команды. Капитан, команда Revan2B, капитан, медиа и игроки. Rabbit Pro, я думаю, что здесь Rabbit Pro Dota, просто не хватило места, буду просто Rabbit, парни. Lex, Phonic и Roach, или Roach,
Не знаю, может парень знает грамотно на английский, тогда Роэч. Роэч, вот. Ну, Руах, вот так. Не, или Руач, вот так оставлю все. Так, команда Natus Sanctum. У них как-то, смотрите, тут как-то вот так официально все. Слордар, трипл, забором, замедление. Парни, вы вообще дикие, дикие пацаны. Против Вивера еще, чтобы сбивать ему, во-первых, линков, а во-вторых, хотя бы убивать мидгейме, пока у нее нет. Вот, ники все писали такие, блатные, ладно. Вот один выделяется, все, тут парень. Понятно, капитан. Ну, а так, команда Natus Sanctum. Такие парни решили погонять пап. Может получается, может нет, я не знаю. Так. Капитан, breathe in the. Ну, просто breathe. Игроки, the best, я. Самодовольная мишка. Slow the great, ну, просто slow. Картон, армадон. Ну, ладно, картон. И NMBBT. Ты, парень, NMB, N. Твою мать, NMB. ABC, не имя, NMBBT. Потихонечку могу, могу, а если быстро. NMM. Короче, NM. Так я знаешь, парень. NM. Не, прикольно такое сокращение NASA. Да. И. Друзья, кого? Кого вы? Кого вы возьмете? Кто будет тащить у вас? Кто у вас хард пойдет? Или может Вивер хард и сейчас такие. Опа, кэрри. Ну, друзья. Прошу. Парни, ну давайте уж, пикните. И это... Тишина. Ладно, посмотрю пока статистику команд. Так. Пока есть время. Да, у меня пока есть время, я посмотрю. Так. Вымой. Так, Round to be, команда новоиспеченная, у нее 1006. О, Нюкс! Нюкс харда. Ладно, все. Все, ясно, понятно, все, парни. Нас решили поиграть. Так, не очень, как бы сказать. Резкую дотку. Ну так назовем это. Не такой агрессивный. Хотя почему нет? Ладно. Бриф играет на саппорте, в свою очередь, у. Так, мидер, получается. Ага, ясно, понятно. РМК. Ребят. А чё? Пауза или РМК? Ну? Ладно, сейчас посмотрю быстро НАСА. Команда НАСА 1049. Света уснули пацану. Пфф. Да. И как играть? Перенесем. Ну как-то это... Нет, переносить никак. Как бы никак. Если замена есть, тогда делайте замену. 20. Ну как бы. Ну, друзья, ну нет, ну нет, ну не. Как бы переносить нельзя. Ну, как бы да, через 30 минут у них следующее. Так что замену быстро ищите. А как бы они Техлу смогут поставить. Как бы да, и так что лучше поищите, то есть я был свидетелем часто и это неправильно, у нас правда ну друзья, надо как-то предусматривать такие ситуации, если честно. Да, понимаю, у меня такая же херня случилась, но нам, я помню, Техлус поставили, максимум 10 минут ждем, парни, ну зачем тянуть. Ищите замену. Я не понимаю. Есть замена, все, гоу. РМК. Ну.
Да, все, начинаем. Все, начинаем вливать все. Так, пики я вот проследим. Так, запомнили пики. Ну, и кто первый вливает? И... Все, картон не выдержу. Все. Кстати, один раз, знаете, какая фигня была? Не, я видел, конечно, такое, но... Хорошо, что не я был участником. Просто команда развела на это. Так, вот. Как бы писала про нору... Ну, ой. Писала, типа, ой, у нас тут замена и все такое. Типа, у нас тут один ливнул, замена, парни, давайте. Потом все выходили, команда такая в пятером стоит, делают скриншот, ну, у них пятая обратно возвращается, они делают скриншот, типа, команда противника ливнула, типа, у них одного не было, и все. И как бы фиг что докажешь, потому что чат команды, ну, не сделала скрин, ничего не сделала. В итоге, пока. Кстати, с кем играют потом? R2B, они играют с Ив, парням не повезло, с этими крысами, уродцами. Давайте. Давайте, где ваш... А, вот. Неудержимый кто? А, Рава. Кто у них выбыл? Блин, я... Сори, парни, не смогу вспомнить. Память древая. Ей-богу. Хотел бы вспомнить. Все, начинаем. И... Три. Два. И... Гоу. Все. Погнали. Ну, пошли. Так, надо, кстати, проверить чат стримеров на секунду. Пока там. Кстати, надо убрать картиночку. Что же я так забыл-то тупо? Сейчас бы вы смотрели игру картинки. Все. Так. Надо зайти в одну фигню. Так, пока там парни будут брать. Так, давайте пикать. А, все, начну пикать. Все, 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 никаких прияв. Ладно, я пока там залезу, надо на чат залезть. Интересно, ответит или нет на мою просьбу наказать этих мудаков? Потому что, ну, надо как бы, иначе ни судьи, никого, ну, не будут уважать просто-напросто команды. Хотя я помню раньше, вот раньше, года 4 назад, лет 5 назад даже, если, ну, парень более-менее известный, ну, знаете, ну, виват это уж слишком. Не, ну, 5 лет, 4 года назад буквально. Но если взять, ну, нет, Каспер тоже. Версута в то время еще не поднялась. Ну, а давайте 3 года назад возьмем Версуту. Если парень такой... Вдруг захотел постримить, ну, какую-то игру, там, про серию ту же самую, или кто-нибудь еще. Ну, не про серию, тогда я не был. 2011 год, получается, ну, например, Empire против Virtus Pro. То просто, там просто говорили, go. То есть, были довольны, то есть, их стримят, они счастливы были, парни. Вот, помню, особенно в первой дотке, если стримишь, это все. Стримеры, это как бы мало было стримеров, я не знаю. Но если тебя стримили, я не знаю, твой, не знаю, через свой просто росло, как не знаю что, а сейчас стример, еще доказывать надо, что ты стример. Это вообще бред. Друг, это АМ-лига, тебя решили постримить. Так. Ну и... Так, на чем я остановился? А, то есть... Просто помню те времена, когда просто к нам, не помню уже, честно, не к стримеру, просто парень заглянул, такой говорит, мне как бы нужно постримить, я не соединяюсь, мы у него ничего не... Мы просто были тогда счастливы, нас решил постримить какой-то парень. То есть какой-то стример решил стримить игру нашу. Тогда турнир не такой большой был, мы просто... Наша самооценка взлетела до небес в один день из этого парня.
Сейчас-то еще и доказывать надо, тебе еще и кикнут. Лол, вылетел. Ладно, он еще вернется. Надеюсь, с этим не закончится игра. Так. Вот сейчас там подлагает, но с другой стороны, что там делать? Там пока парни ждут обратного переподключения. Классно. Во. Как турнир, так у всех. Да. Кстати, да, такая интересная. Прикольно. Короче, интересная статистика. Если турнир, так сразу кто-нибудь не может играть. Да вообще, кстати, вдруг. Такая тенденция везде. Не удивляйтесь. Опа. Неужто на ФБ замахнулись, друзья? Ой-ой-ой. Слоу, ты что спишь? Тебя там команда пошла Нет, не гангать, а уничтожать. Вот так. Ну что? Капец. Да. Бывает. Ладно-ладно. На это есть пауза. Эти чертовы паузы. Что с ним? Что за бред? Это у меня опять Дота лагает. А, парень вылетел, поэтому и Дотка решил... А, нет, все нормально. Поэтому Дотка решил такая, иди ты к черту. Не посмотришь ты его шмоточки. Так. Все, пошли. Неужто ФБ? Неужто ФБ? Ну, блин, а что... Штормина-то не хватает? Штормина-то где-то... Пошел... А, он сюда в варп пошел стоять. Не просто... Не, у меня просто в голове не укладывается одна фигня. А, Нюк Смит, это да. Я бы так же сделал. Нюк Смит. Часть эти 10% шанс сработали. А, нет, это вообще там было, вспомните. Этот парень харда, это 5% я давал. Нужно ФБ, нужно ФБшечка. ФББулишн. Короче, ФБшечка, вот так. Парни понимают... Нет, что, друзья, вы не будете вылезать и убивать? Ладно, это дело ваше. Но они захотели трипла на трипл. Я не знаю, что здесь получится. Без понятия. Вообще. Никак. Побежал. Побежал. Ну, вы не убьете. Пацан, к тому же, прокачал карапаса. Это грамотно. Просто эта фантомочка не сможет ему ничего давать. Сейчас он переждет, пока этого хоста закончится. И все. Неужто дабл ми? Или так, парень пришел потусоваться. Полили, что варт поставили, но ничего не смогут сделать. Да. Печаль, беда, тоска, обида. Нет, смотрите, побежал. Потратил ману, все, типа. Нет, друзья, как-то не получилось, как-то не задалось. Надо возвращаться в трипло. А Вивер фармит. Я бедный Суардер, бедный Лекс. Он крипам не знаю, что не может подойти или опасается лишний раз. Вдруг еще и накинут. Так. И? Надо, кстати, завязывать с своим лигой. А тут... Да, команд хороших много, но... Бытковать с идиотами неохота. Так. Эх, одного крипочка пропустил. Так, на боте, может, что-нибудь интересное есть? Опа, свапнулись, я этого не заметил. Сори. Сори, друзья, не заметил. Но Лекс будет огребать, если честно. Да, как бы это можно было, то, что не фармит нифига. Но с другой стороны... С другой стороны, это... Блин. Он же так же будет огребать и здесь. Крипан не будет подходить. Вот и все. Если к нему канк хороший, конечно, придет, тогда да. Но здесь тогда трипла не сможет так быстро отдаваться. Так мы этому нужен в контакте, а? Опа, дизраптор полетел. Полетел, трипла меняется местами, ясно. А нет, не дизраптор. Воу. Может быть, ФБ? Не. Убежал. Улетел-то Дазл. Да. Пусть Вардар. Дружище, у меня тут проблемы, меня тут нагнетают. Можешь помочь? Конечно, друг. Я полетел. И все, и на топе в итоге Дарксира. А, дизраптор ушел на базу такой. Что-то мне накидали, друзья, лишнего. Что-то накидали. Я на месте этих парней тоже свапнулся. Как бы да, против Дарксира можно постоять, но, блин,
Можно просто понижать триплу лишний раз. Потому что, как я понял, из-за чего махнулись, потому что стоять сложновато. Так, все, решили поменять словами. Отлично, отлично, отлично. Парни. Парни услышали меня. Как-то услышали. Так, кто мне там написал? А, ясно. И ответить я никак не могу. Все, пошел, пошел, ганг, пошел, пошел, пошел. Тут. Все, это ФБ может быть! Это. Не-не-не, какой крест, просто-напросто, это да, это ФБ! На слово тогда! Нет. Ушли, ушли. Просто эта копия просто так испугала, друзья. Да. Они поняли, что тут... Ну да, тут еще и Манамберн, это вообще забейте. Так. Что... Просто эта копия ее спасла ему жизнь. Кстати, если честно. Если бы он ее не поставил, я сомневаюсь, что противник бы не пошел дальше гангать. А так, там влетело... Сколько там? 180, да? А, не, он только на раз прокачал. 140. 140 в лицо влетело, и он такой... Эх... Надо отходить. И зачем тут аппарат? Я не понимаю. А, все, улетает. Извини, друг, извини. Я на тебя начал тоже гнать. Прости, пожалуйста. Прости, друг. Товарищ. Друж. Что? Да нет. Ну что сразу? Да. Да, сразу. Я больше не знаю предметов, где такое совмещение есть. Просто не знаю. Я подождите. Не-не-не-не. Что ты загнул? Что ты загнул? Брасер, не-не-не, что-то я, что-то совсем я уже, так, кстати, многие упускают возможность просто-напросто этих жучков, народ, и зря, между прочим, потому что эти жучки это одно из самых читерных, что есть в доте, потому что эти жучки в секунду, во-первых, там броню столько съедают, что больше дизельки и то может пятерых разом. Во-первых, во-вторых, еще и урон слегка. Так что я бы сварм этот прокачал, будь я. Не, ну сейчас-то, конечно, он стоит один на один. У этого парня к тому же уравы там. Ага. К тому же уравы там еще и есть. Ну, бег этот, спринт. Так что никак. Поэтому, да, 2-3, 2-3. Зачем ему много прокачивать эту? Если честно. Шикучи. Да, ну, как бы, ну, 50 урона в одно лицо, это, ну, блин, такая ситуация двоякая. Вроде и надо, а вроде и не надо. Вот. Всю пачку убрали. Вот, саппорты. Опа, опа, на миду, на миду, на миду, ганг, на миду. Готовится ганг. Блин, куда смотреть, мид или бот? Мид или... Нет, бот, 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 бот. Сейчас тут... О, вот эта встреча сейчас будет на реке-то! Да. Нет, нет! Пошли раньше, парни! Пошли, пошли! ФБ! Просто ФБ. ФБ. Так. Молодцы, что сказать. Вот и все. ФБшечка. Не знаю. Ну, они почувствовали. Может, почувствовали, парни, типа... Что-то пригорает, друзья. Что-то пригорает. Надо побыстрее убить. Если бы, да, саппорты подошли вот так, побыстрее вот так... И получилось бы, что ФБшечка была бы от R2B. Ну, Raven. Как там? Raven True. А, блин. Сори, сори, друзья. R2B. Они бы сделали ФБ, а не НАСА. Да. Ладно, ладно. Бывают в жизни огорчения, бывает, бывают обломы. А, кстати, по форму-то смотрите. Тот, кто должен, тот и фармит. Ну, хотя тут тоже, ну, 6 крипов это 300 голды, друзья. При том, что ты еще и ФБшечку отдал, дружочек. Так что это не есть хорошо. Ладно. Что у нас тут с картоном? Ну, он не может под шкучами бегать. Здесь однозначно. Пробежит разок, умрет и раза два. А, типа отвод, отвод делают собаки. Надо наказать, наказать. Но уже поздновато для... Чтобы наказывать, что... А, варды. Синдриак. Ло! Просто не видит этот вард! Все, минус. Нет, уходит, уходит! Ло! Просто-напросто, парни что-то испугались, мягко говоря. Нет, все, вард, папа. Не знаю, что-то
Парни сэкономили против одного Рубика, при том, что они видели, что Штормина здесь стоял. Да, Дизраптор мог вот так выйти. Нет, не Дизраптор. Аппарат, неожиданно. Но один аппарат и столько... А, все поставили. Все, ну, грамотно, парни. Все поставили, поняли, что саппорты слишком много фармят, а Снавардар слишком мало. Надо исправлять ситуацию. Готовится ганг. Готовится этот чертов ганг. Написали СС. Эх. Это их стендинг просто... Не то что царь. Молодец, парень. А, профитка... А, ясно, она улетела. А, сейчас опять гангать будет. Эх, ничем, ничем. Просто-напросто ничем закончился этот ганг. Дарксир слишком хитер. Помню, есть выражение «хитер побед». Вот. Как раз про него. И крипа фармит, и станчик дает. Да. Молодец, что уж. Лол, просто... Лол! Капец. Просто сентряк, чуть не так. И он ни одного вражеского сентряка не видит. Неудача. Тоска, беда. Бред. Ладно, оставили одного, что... Ну, он шестой. Ну, иди здесь. Так, нефиг делать. Хотя, нет, шестого там тоже нет. Так, здесь просто надо... Просто проверяют. Просто проверяют. Друг, как ты откатился к уже? Я же смотрел на других друзей. Все, пошли, пошли, пошли. Нюкс такой, на разведочку. Нюкс такой, надо... Надо, друзья. Давай, беги, беги вот сюда, вот сюда. Не видит, не видит. Не видел. Ладно. Что вы пикать? Вы его не загангаете. Парень шестой. Он вас с руки накидывает, как не знаю кто. Эх, обманул. Эх. Ой, лоу, развел тоже. Лекс тоже красавец. Четверть мамы заставил потерять. Ну ладно. Эта четверть по ее восполнится. Здесь, друзья, у вас инвиз. Вы можете сходить и сделать минус. Но вы ленитесь. Это плохо. Это не весело. Офигеть, он просто накидывает с руки. И я бы не удержался и ганганул, если честно. Ей-богу. Я бы ганганул эту подругу. Так, ну, блин, ну, народ, ну давайте поактивнее, поактивнее. А то ФБ и все. И 10 минут игры. Ну, мы ж здесь не в китайскую дотку. Мы ж такую, ну, в старую китайскую. Потому что новая китайская дота это вообще, это самая быстрая дота, что я видел. Вон, ровно так. Не выходим, не выходим. К черту, сейчас Нюкс еще придет и... Парни, не, бак-бак такие. За тауэр не выходим. Еще зацепят, козлы. А Вардецкий все видит. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Все, подождите, подождите, а тут же дерево, ай-яй-яй-яй! Но они видели, как он сюда зашел. Так что... Ай-яй-яй. Я не знаю, зачем Сулардар врубил эту свой спринт. Просто не представляю. Чтобы отхватить по лицу, это он может. Потому что здесь сейчас такой прыг-скок под унтом. Сколько там? Получается, он сжигает, да. Стоп, начальную скорость, но это... Сколько он сжигает? Процент вроде, да? А, да-да-да, процент. Максимальный запас он прыгает вот сюда. У него мана еще получается 10 сил. Тут до 600 нету. Нет, 600, 500. Прыгает, цепляет и... Просто эта братва вот так идет. И убивает. Потому что здесь еще и саппорты далеко. Саппортов скорость 355. Кстати, я не знаю, в чем измеряется эта скорость. 355 за 10 секунд? Ну точно не за минуту. Я думаю, за 10 секунд скорее. Да-да-да. Ну точно не за секунду. Потому что... Ну вот честно, вот я не знаю, как измеряется эта скорость. Я вот... Раньше я знал вот эти все измерения. Сейчас я вообще позабыл. Дот год не играл. Забыл все. Ну, особенно во вторую. Так. Если мы рассчитываем... 419, он вот
Бежит, бежит. Я бы его вот здесь хукал его. Прошло бы 2 секунды. Здесь расстояние уже... Я думал, что за секунду все-таки. За полторы вот так. Это скорость. Потому что... А, да, это за секунду. Что я несу за 10 секунд? Вот, получается 600 это вот так. Нет, это уже под... Вот так 600. Получается 300... Ну да, вот так пробегает друг. Потому что я помню, что инвокер вот... Нет, вот даже вот так, вот так, вот так. Да, инвокер вот так может кастануть. Ну, кинуть тычку. Так, кстати, какой у меня пинг? Просто ради интереса. Пинг. 28 миллисекунд. Так. Что же... У меня тут знакомые резко в стар пройдут. Удачи, парни. Я поболею за них, я честно поболею, попытаюсь сделать все, чтобы они туда прошли, потому что, ну, парни скилловые, если честно. Решили старым составом, с которым играли. Все, надеюсь, у них получится. Надеюсь, у них получится. Ну все, парни, как бы уже время 22:53. Как бы R2B я бы на вашем месте подсуетился. Все, начинается. Давай, ну, ло. Все, нет, да, получается, зацепил, но далековато, если честно, слегка. Лоу, да, это было слишком далеко. В итоге сейчас еще и минус 2 сделают. Нет, убивает хотя бы одного. Нет, этот уже нас выиграл, их почти убежал. Да, дабл килл. Слишком долго, парни. Нет, еще сейчас минус будет. Смотрите, смотрите, минус 3. Да нет, минус 4, не... Минус 4, друзья. Просто-напросто, если бы один персонаж вот отсюда прыгнул... Я намекаю на... Что он перед-то? Вот так прыгнул, зацепил эту дурочку, которого... Ну, Свардар, которого здесь был. Сразу же из саппорта бы вот так вышли. То минус Свардар. Это в легкую, скиллы можно было бы направить против других персонажей, которые вот так шли, все. В итоге размен был бы не 4 в 1, да, 4 в 1, а хотя бы 1 на 1, хотя бы. Не, да, вообще 1-0 мог закончиться, если бы они отступили еще с помощью Рубика, ну, отступили. У него же там, а, 20, нет, не с помощью Рубика, тогда уж... С помощью того же шторма, что ли, который бы обломал. Парень решил полетать. Флаг ему в руки. Так. Ну, парень, ну, друг, тут вард стоит. Ты просто ходишь по варду. Понятно, что у тебя ничего не получится. Так. Конечно, задержкой. Конечно, друзья, у меня запись с задержкой. 5 минут. Я сам лично выставлял, плюс еще сам Twitch выставляет, так что задержка вообще. Там 5, чуть ли не 5,5, если честно, выходит. Иногда вообще под 7, смотря как Twitch сам поставит. Так. Так. Везде... Тишина. Наступила тишина. Попробуем, посмотрим Нетворс. Как бы по Нетворсу, да, впереди, но последний ганг не обрадовал, потому что по XP они упали. А нет, нас они упали по XP, а по Гауде они смогли как-то обратно на крипах вылезть, и вот просто один пацан тут. Фармит. Так что, ладно. Но он не может убить Дарксир, это знать. Друзья, тут здесь вард. Гангать под вардом дело неблагородное. Так. Повешу. Ну да. Надо использовать пацану настроение. В итоге у него минус 15% броня. Да. Ему еще чуть-чуть. Тут дагер. Просто пацан всю игру на дагер фармил. Я не ожидал, честно. Думал, ну нет, конечно, свардар, дагер это да. Я думал, ну... Из-за потрясений многочисленных он не захочет дагер брать, а вангуард. Ну, парень решился. Похлопаем ему. Здесь не понимаю. Только что так выходил буквально на
Орчит. Ну, хотя ему не хватает. Все. Вард пропал. Типа, говорят, здесь стоял и все такое. Так. И? Первым, вторым, да-да-да, я это часто вижу. Ну, друзья, ну, неужто все? Неужто все закончилось? Летит на бот. Летит на бот, подруга. Ну, манты дай. А, тебе пофиг на ману, да, у тебя нет дофига. 20 секунд ждите и начинайте ганг. На миду у нас осталось медиа. Что? Это БКБ. Это однозначно. А хотя, может, и Сенджин Яша. Уезжу, это же надо. Так, я не знаю, может, он жертву изображает, я не понимаю. Штормина. Я думаю, да. Скорее, жертву. Друг. Только не иди сюда, только не иди сюда. Не пали контору, не пали контору. Так, ну и... Опа, никс, 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 никс. Вард поставили, как? Чуть. Врыв пошел! Цепляй, цепляй, просто-напросто, дизраптор! Я был дизраптор, влетает еще S-Blast! Неужто уйдет? Слоу, а Слоу-то умирает! Слоу умирает, его не спасают! Да, умер. Беда, печет, тоска, обида. Кидают стан. Ну, размен 2 в 1. Ну, умер, что он перед. Умер парень, которого нужно фармить. Это плохо. Свардарта живой убежал, ему повезло. Стан. Там, да, огребает так хорошо, можно сказать. Все. Пошли, 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 пошли. Опа, возвращайся. Возвращайся, надо тормозить ее, друзья. Нет, заморозочка не сработала. Манаберн, тут она не убежит, она не должна убежать, вы чё? О, отпустили. Минус. Прилетел Штормина. Это... Он убьет, да, он убил. Он попытается еще, но мне кажется... Нет, бежит, бежит за Бест. А, неужто догонит Лекс, давай, догоняй, догоняй. Нет, ему не дают просто-напросто, как скиллов... Просто скилловый пацан. Нет, Слоу еще сам может откинуться, между прочим. Бежит, бежит просто, вы Бест, я. Yeah. Просто спасается, кто как может, и минус. Не-не-не, неужто Лекс еще и умрет? Нет, Лекс выживает. А вот... Нет, забрали под товаром двоих. Что-то танцевали слишком долго. Эх, чуть-чуть, обидно. Ладно. Зато... Нет, нет. Ну какой размен получился в итоге? Раз, два... Два, один... Два, два... 2-2, 2-3. Нет, 2-2. 2. Нет, подожди, что? 2-1, 3-1, 4-1. 4-1. Не, а зато посмотрите, народ, у Вейра линка. Ему хорошо. Он фармит, так что парни дерутся там четвером. А в свою очередь команда R2B дралась пятером. Так что НАСА решила такая. Такую. Китайскую потненькую доточку. Увидели, увидели. Я думаю, что Синтрек заметил. Нет, парень не подумал, что его тут убьют. Его убивают. И ничего не мог поделать команда НАСА. Вернул на то же место. Минус 2. Конечно же, пролетает S-Blast, который не добивает. Нет, он не добьет. На топе не скубашит. Но зато... Картон? Нет. Слово помог ему забрать этого дьявольского Дарксира. Кстати, по XP они проседают... Нет, не жестко, 1500. По голде, может... Да, они еще в плюсе. Да, да, по голде они еще в плюсе. Друзья, надо дефить. Как бы... Да, я понимаю, размен хорошо, но... Все, я бы так просто не давал спуску им. Я бы станчик кинул. А, тут догон. Ладно, удачи, парни. Если он успеет дособирать его до минуты 25, то может быть пригодится. Может быть. Не факт. Так. Да, нет, здесь БКБшечка, потому что как-то надо жить, как-то надо выживать. Когда у тебя есть экзорцизм. И это очень читерная штучка. Идут пушить топ. Отхунюкс, хитрец, подлец. Бежит, бежит, да. Нет, тут нет, Бордецкий есть, он увидел всю стаю. Во, он, наверное, увидел, что один улетел, можно второго гангануть. Ой, зря ты прилетел! Ой, зря, Дарксир! Без тиммейтов, без ничего.
И кто теперь повешит колючку на Сордара? Бежит на топ. Нет, не увидел Сордара. Сносит топ. А это Т2. Галдишки с него падает еще больше. Так что... Ну и... Ну и... Что дальше? Друзья, все? Вы мид лишь перемещаетесь? А, понятно, тут один экземпляр пофармить лишь. Что, пизды? Интересно. Реально интересно. Что сносит? Сносит Интрюлю. Сносит Вардецкий. 50 голдишки. Тебе поможет, друг. Тебе осталось еще 300 голды. Так, увидели, что типа тут кто-то... О, еще не дал затварить! Здесь Интрюль, типа, ну, воу, а Грейт-то, нет, не отлетает, пацаны, его спасают, жестко спасают, ну вы, парни, зачем вы по одному отдаете CR2B? Зачем вы по одному начали отдаваться, друзья? Эти глупые отдачи сейчас играют просто-напросто на руку. Ну, Вардецкий не забрали, да. Эти глупые отдачи начали играть на руку команде НАСА, и они за счет них могут расформиться, эта четверочка может расформиться, реально. Там за 3000 уже опыт пошел, друзья, вы чё? Вы что творите? У них Вивер фармит, у них это банда фармит. Я не знаю, как больше назвать. Ага, возвращение хотел. Ага, черт возьми. Так, у них это банда фармит, у них все фармит. А вот эти вот этих пацанов, эта пятерочка вместе ходит и все, ничего не может делать. Ну, убьет, конечно же, четверых, но если соберется, вот и все. Главный критерий — собраться. БКБшка. Не, ну Вивер далеко впереди по Гауде. Нюкс, конечно же. По Гауде не должен был возить, но зато, не знаю. Ну, ганги у него были, но более продуктивные они были со стороны профетки. Лоу, полетел. Бедный Продокер! Его убивают! Несмотря на то, что сало повисит слоу. Просто убивают. Еще и на стан родил. Друзья, вы просто здесь стояли вдвоем. Наглый, что он спирит убивал вот здесь. Вы побежали. Ладно, один хоть сало дал. И все. Вы просто-напросто побежали. Еще этот гаденыш вот так манцует, вы его не преследуете. И появился герой, Слардар, у которого так стан давно поздновато было. Друг уже убежал. Да, а, тут Вивер. Просто один на один, дизраптора. Да. Друзья, вы Вивера сами фармите, если честно. Потом не задавайтесь вопросом, как Вивер убивает всех. Бежит слоу, он рассчитывает убить. Ну кого? Кого, друзья, он хочет убить-то? Рэббит теперь не выйдет из-под Т2, вообще ни в какую! А нет, вылез, и то в деревья спрятался. Пацан, вообще там... Не, пошли вы всех к черту, я не хочу умирать. Что? Нет, ну это точно БКБшечка. Всех стягивают, стеночки не хватило в нужные моменты забора просто-напросто. Как обидно, возвращают аппарата, его убивают. Ну Айсбласт успевает, чё пацан кинул. Но такой ганг, столько скиллов и не убили. Это было бы не очень. Так, Нюкс такой пошел искать. Ищу добычу, ищу, вынюхиваю и... Будешь убивать, нет? Тут вообще пацан на 2800 пошел уже. Так. Как вы видите, он вкусных жертв. Опа! Кончился. Кончился небесно, он. Давай, карапасы, друг! И стан! Может, тебя спасут! Да тебя. Нет, зато за тебя отомстят! Это минус, еще и Дарк Сира еще откидывается! Лекс! Нет, Лекс уходит! Он умирает! Нет, Вайсбласт не забежал, пацан. Нет, один только забежал, и два мидия, но его забивают. Что, а где Свардар? А, вот он. Он избавился от жучка и побежал. Во свояси. Друг, ты что хочешь собрать? Ну, я сомневаюсь, что это Радик. Хотя не исключаю такой возможности. Ну, рапиру он бы не стал резко так брать. Дизолька. Сразу на Дизольку пошел, пацан. Так, Дизолька у нас... Так, она стоит у нас... Да, Дизолька как раз уложилась в сумму. Она стоит... Блин, я такие простые числа начинаю забывать. Получается, 1600 то, 1600 это. И да, рецепт 900 в итоге. И
400. Раньше эти цифры знал наизусть. Но лучше математики. Ну, друг, я не могу, я стримлю. Честно, вот стримлю. Так. Все, отходит. Ладно, отходите, мне надо ответить. Так. Sorry. Yeah. Так. Generation. Что у нас тут? Все тихо, все спокойно, все нормально. Все хорошо. Что он туда-сюда летает, крипов убивает. Да, это БКБшка, он собрал персеверанс и подумал. Друзья, что-то меня быстро сливают станами. Это плохо. Это очень плохо. Я залетаю, мне станы все. Вся халява кончается. Все, пошел ганг-отряд. Побежали, пацаны. В итоге получается ганг. Во, никто еще не стоит на ханге. Они просто заходят в наглую и убивают сразу же. Сразу же одного персонажа надо убить, но нет, он выживает. Нет, умирает Штормина сам. Умирает Штормина. Зато убивает еще и Джао. А, Рао. Нет, ну Рао сам откидывается. Давай, Вивер, да. Размен 4 на... 4 на... Нет, 4 на 5. Я говорю, этот Вивер будет убивать. Рэмпэйдж! 2700 на руках теперь. Вот сравнить просто двух фармил в этой игре. Забейте. Я не знаю, все не в то время было дано. Если честно. Просто и стан слегка не в то время, и залет не туда, и сало чуть рано, когда уже привязка работала, он сало дает этому уже. Ну да, это продуктивно, что он на себя квест сразу не кинул, или на кого-то, или понижение защиты. С другой стороны, друг, я тут рядом с Таней, рядом с дизраптором. Двоякая такая ситуация, спорная, если честно. Бедный Робби, кстати, его каждый раз пытается загангай. Ну это где на... Да, должен заменять тауэр. Да, не-не-не, такой пацан. Куда? Мой тауэр. Моя вкусняшка и таймлапс и... Стан. Карапас обрубать сюда, есть бласт. Нет, это минус. Минус 3. Что? 4200, парень. Ты что, на рапиру позаришься? Ну и? Да нет, ну это не рапира, друг. Ты не... Я помню видео, в которые собирали тараски себе. Были такие времена. Но там просто выживать надо было. Вот и все. Если ты выживал, то ты делал минус. Ну, я не понимаю, они просекли фишку или что? Нет, они не просекли ничего. Не знаю, что минус. Рошан сейчас будет. Опа, побежал под невидимостью. Такой решил спалить всех парней. Типа... Нет, все, забрали. Забрали Рошана. Что он забрал? Ну да, ему нужнее, потому что Вивер еще ни разу он еще ни разу не откинулся. Да, это Тарасочка! Вроде это Тарасочка. Ну и... Бутлиганг. Давай, Вивер, ну подставься. Нет, не Вивер, не Вивер. Рубик, подставься, если что, тебе не жалко. Хотя, если ты экзорцин своруешь и просто в уголку постоишь, или хотя бы... Это чертова сало у дизраптора. Будет весело. Так. Кстати, вижу неплохой, получается он где-то вот так. Так, жучки-паучки. Итак, о-хо-хо-хо. Сколько ты задел-то раза? Вижу не есть, может. Не, слишком далеко за тауром. За Т2, тем более. Друзья, нет. Это надо таур подкарасить, не знаю, выманить противника. Ну давай, Вивер, типа ты. Ты такой типа одинокий, все такое. Тебя хотят закангать. Давай, вживайся в роль. Друг. Тут еще одна вендетта будет. Он просто ждет. Подождет вендетта. Вот так. Так они ждут, когда вот здесь окажется. Заблудшая душа. Да, все, поймали. Но, друг, ты че тормозишь-то? Слоу затормозил. Это минус. Минус Рубик. Ладно, это не так страшно. Минус аппарат, но зато это чертов... Давай, нет, минус сделал все-таки. Ну, слово-то кто-нибудь остановите, вы, друзья. Вивер еще врывается. Нет, минус. Переходит богу. Смотрите, а. Лоу, он еще и умрет. Не-не, не умирает от копий.
Там дамаг слишком большой идет. Radiant's top tower has fallen. Бежит. Dire's bottom tower is under attack. Не, все. Идет сносить. Где-то все сливушку. А, силы тьмы на топе. Dire's middle tower is under attack. Ну и? Друг, ты умри или что? Как бы в этот раз сло, мне кажется, затупило. Если бы он чуть пораньше ворвался, не было бы ни креста, не было бы вообще ничего. Друзья, как бы вот так. Как-то он проспал момент, если честно. Может, тактика такая, я не имею права обсуждать. Может, тактика реально была, пацанов такая. Вот ей-богу, без понятия. Как бы за эту тактику поплатились вивер и аппарат. В итоге размен 5 на 2. Ну, за 15 тысяч спа, я думаю, 20-ка. Нет, 15. 15 золота. Ну ладно. Ну вот, по голде просто-напросто. Их, ну, их кэрри. Их кэрри, который должен был фармить. Просто перефарм 3 раза. Мидеры, конечно же, рядом. С другой стороны, если по фармилу посмотреть, этот друг был фармилой. А, подожди, стоп, вот кэрри и вот кэрри, так что 2 раза. Хотя чёрная. Как он... Короче, забейте. Просто друзья перефармили. Если посмотреть по одному лайну, то... Да, тут 2 раза разница, а тут... Ну, в 3. 3 точно есть. 4 сомневаюсь. Друг, ну куда ты еще фармишь? Ну, я понимаю, тебе охота, конечно же, на этот чертов, как его там, Блудстоун. Тебя маны не хватает. Ну, попробуй поубивать, не знаю. Хотя бы поубивай, и все, и этого хватит, друг, честно. Вот слово даю, попробуешь поубивать, у тебя голодишка полетит сразу. Так. Так, твою мать, надо телефон взгляд поставить. Пожалуйста, не сразу... Блин, ну ладно. Давайте, бегите. Забор. Ничем не заканчивается. Рубика могут убить, но нет. Что... А. Сварался Сварм. Эх. Чёртов вивер забирает моих крипов. Гад. Что у нас у аппарата так? Ясно. Еще один унтерсман. Зачем? Ладно, даггер есть, это уже хорошо. Тут тоже даггер. Давайте подумаем. О, пошел врыв, пошел. Надо одну подругу карасить. Просто каждый раз ее чисто. Иначе... Ну, а я здесь выбили. Молодец, молодцы парень. Мы ему подарили фулману. При этом вивер начинает опять резать. Просто один вивер нарезает всех. Просто с руки, пацан. Убили еще и Дазва бедного. И еще и Дарксира. Друзья, ну это уж слишком. На 15 минут уже задержка. Так, полетели. Неужто убивают? Вот, Штормин, ты поплатился за свой самый раз, но все равно фантомку убили из. О, нет. Вардар не откинется. Парень вроде как не дур. Не, не вроде как. Парень, ты не дурак, он не будет подставляться. Накину, конечно, щит. О. Не, ло! Убил! Как-то не ожидал, конечно же. Свардар, то, что Вир пойдет аж так далеко. Но при этом потеряли 4. Мы убили 4? Блин, это в чертов. Армор. Он сам. Ну, друг, ты один троих можешь убить, если тебе грамотно не застанет. Если честно. Честно. Слово даю. Кстати, примечательно то, что пассивки работают под САУ. Это, мне кажется, бред. Если САУ, так САУ. Кстати, давайте займусь любимой вещью. Вижен посмотрим. Пока все тихо. Сейчас вижен Дайра. Такой приличный, хороший вижен. То есть, хоть откуда начинай гангать, а... Чёрта с 2 ты получишь, а не ганг. Ты офигел, Steam? Друг. Товарищ. Ладно, пока... Тогда телефон поставлю на зарядку. Ага. Ты вообще... Это наглость. Это наглость, друг. Да. Сейчас он располагает, наверное. Так. Там меня выкинуло просто-напросто.
Все, я присоединяюсь обратно. Меня выкинуло просто-напросто наглую. Ну, еще и ноль приписали, это вообще наглость. Ну, а давайте вы тут все... А, Нюкса убили, где? А, здесь. Айсбласт, ну, эх, чуть мимо, и забор чуть мимо, ло-ло-ло-ло. Убивает, просто-напросто убивает, и отходит, и отходит, и отходит. Наглости нет предела, друзья. Убивает Дазва и отходит. Я, объясню честно, наказал. Ей-богу. Ну, хотя он под БКБ, что ему... Что ему делать? Возвращение идеально, друзья. Просто отсюда, сюда. В чем смысл встана? Не понимаю. Давайте, ну, зацепить его. Профетку. Воу. Друг, ты ходишь по центре. По центре. Это очень палево. Ты... Нет, не зацепили. Не получилось. И сау не дали. Да. Что я хотел сказать? А! Когда у нашей подруги фантомки появится будет мама, а у него она уже появилась, она... Ей вивер не страшно. Нет, один на один она его делает, если честно. Я с веточкой летит! Сколько скиллов! Просто один квадрат метр убивает Фоника, убивает Изратора просто! Размен один на один пока идет, убивает Слардара, кто же дамаг будет заносить, что он перед пытается выжить, но его добивает свармом. Сало, пытается убежать фантомочка, пытается, она дала все, что нужно. Как ты застопил грамотно, конечно же. Лоу, нет, Вивер таймлапс прожал. Размен опять 4 на 4. 4 на 4? Да, 4 на 4. Этот пацан выжил. Этот пацан слишком хитер, чтобы умирать. Тут просто бабочка, поэтому и спасло это Вивера. Как бы его под двумя башнями, плюс еще и Блэйдмэн, он бы откинулся самым первым. Да, это чертова бабочка. А кто-то не верит в нее, между прочим. Я не представляю, как можно играть в доту и не представляю, что бабочка это одна из самых таких вещей читерных. Просто на нее смотрит, о, Гила, о, Кони. О, Гильники, о, урон. Все. А то, что там 60 скорости атаки дается. Ну, получается 30 СВ плюс 30 еще от ловкости. Ну, 30 от предмета я имел в виду. И. Просто забейте. Кстати, по XP гор появился. Они... Нет, а по голде? Все, вверх и вверх, вверх и вверх. 20 тысяч уже. Так, сайт. Ну, Рубик, да. Ему надо посадить Рубик. То, что Vision нужен, нужен. Vision есть? Есть. Ну, а, кристалл. Кристаллис. Ок. Ну, я бы демонейдж для начала купил, чтобы кристаллис потом пришел. Ну, хотя, более... Функциональным является, конечно же, кристаллис. Потому что 570... Ну, 580 возьмем условно, потому что я там видел на 572 критуля. Начинается. Пытаются задефить Гавида. Я бы ганганул. Не, задефили, слышите, народ! Как-то я пропустил этот момент. Уходит. Ладно, гаудишки чуть сорвали, и то хорошо. Ну... А, Рубик тут там подправляется. И он поставился умело. Его делает минус, но за... Ту... Ну, друзья... Не, тут со спины просто друг летает, я его не заметил. Он тут сало всеобщее дают, и он все равно убивает. Не, он откидывался. Да, его духи добивают просто-напросто. И Вивер все-таки пытается нарезать. Получится или нет? Получится или нет? Нет, Вивер откидывается! Просто-напросто, вот это... Все, минус. Просто минус. Парни совершили перерыв 3 на 5. Просто Рубик, да, ты торговал лицом, но друг, из-за этого потеряли целого тиммейта. Не, Свардар, кстати, не откидывался Дизраптор. Между сказано. С другой стороны, здесь пушить нечем. Я бы на том месте медиа собрал там Тарасочку, как минимум. До урока не снесу. Хотя... Тут есть один пацан, который любит врываться и любит обламывать планы все. Да, просто этот... Тебе надо теперь убивать медиа. Чисто медиа убивай, друг. Чисто убивай медиа. Теперь. Ну, эту чёрту крабу. Вот. А этому парню просто надо выживать. Вот и все. И его духи, то есть его экзорцизм сделает все, что надо.
Бежит, бежит, конечно. Что ты тут поделаешь? О, ничего. Все разошлись, все по домам, все по коморочкам. Так. Парни такие, вот, мы дошли на победы. Ну, конечно. Я не знаю, он уже как на охоту каждый раз. Сезонная охота у него на Дазу. Самая легкая, да. Просто даже если он появится, он не сможет... Ну, не появится... Ну да, появится в данном случае. Я так называю то, что он выйдет из-под сала и под стана. Он ничего не сможет сделать. Да, он на себя крест накинет, да, он броню понесет, но... Друг, выйдем это далеко. Что дальше? Ничего. Понимаешь, дизраптор, который может забор поставить? Там уже реально проблемы начнутся, потому что... Забор стоит нормально. А, тут... Тревела, парни, решил. Я вам что, лошок из тревелов летать. Где-то за 3-9 земель оказываться. В этот раз, да. Я не знаю, что вирусы брать. Это больше функциональная часть в данном случае, потому что либо хексить фантомки, либо что-то еще, ну, крабов. Либо что-то еще. Я бы хекс собрал на месте шторма. Честно. Ну тут кекс наклевывается, да. Письмо пришло. Ну и. Сори, отвлекся. Письмо пришло. Так, обнови синтрилю. Нет, не будем обновлять, пошли новый вард сюда ставить хоть как. Нет, сюда. Нет, это не тот, это не новый вард. А, дали. Ясно, дали смоук. Хотят зайти. Мне кажется, тут один пацан обломается. Очень жестко обломается. Хотя он... Нет, он может обломаться. Очень при том, если его зацепят. При том-то грамотно. Давайте, друзья, ну выманивайте, выманивайте его. Как бы у вас шанс есть, если... А, кстати, соберите все тут по некрам и все, и тогда тропа сама будет умирать. Лол, минус. Минус, минус. Врывается, конечно же, сразу же начинает фантомочку, но у нее БКП, друзья, что вы ей сделаете, а ничего. И Вивер опять может откинуться, нет, таймлапс, пацан убегает, нет, пацан врывается, нет, пацан убегает. И он может умереть, лол, 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 лол. Ты что творишь, друг? Зачем? Зачем ты так жертвуешь собой? Ну, конечно же, пытается забрать крабу, но не тут-то было. Что за камбэк? Нет, выживает. Получается размен 3-1, потому что один выкупился. Ну тут это уж было почти зря, если ты еще и умер. 3-1. Ой, лоу, за тупой зняка! Регеночка! Блин, как ему обидно! Это чертова краба. Я не представляю, что они будут с ним делать. Она просто-напросто, не знаю, все духи агресса на Вивера. Просто сразу же Вивера начинает бить. Пофиг на всех, главное Вивера. Как бы вот так. И БКБ-то ничего буквально не спасает от этого. А сколько дух? Получается 55 весь сносит, да? Да, 55 на 21. Ну, 1000. Но там, благодаря третьему, у него урон духов... 55 духов длительность, 21 дух, 55 урона, и каждый дух постоянно снимает. Еще 6 дополнительных духов, получается 21 дух, 27 духов. Вот так-то 1500, при том 1500 за 3-4 секунды могут снять, спокойно, если в одного все полетит. Все, минус вышечка на топе. А давайте посмотрим. Смотрите, а город-то ломается, Эти чертовы бои. Сказывается на команде НАСА. Твою мать, друзья, уже затянули на полчаса игру. Ну, лишних полчаса. Ну давайте, ну кто-нибудь выигрывайте, а то техлус я не поставить. Так, и... Ну и... Аж две сентрили. Сразу две. Неужто умрет? Неужто умрет, да! Хоть отомстил. И то душе приятно. Агони, монет, конечно. Мне кажется, иногда не хватает аппарата реально с его айсбластом, который под агонимом усилен. Потому что парочку парней каждый раз выходит хилых, к тому же надо крабе тоже как-то хпшку понижать в бою. Что он решил собрать? БКБ? Но взамен чего? Линку? Я бы на его месте линку не отдавал.
бежит фармить. Тут остается ему только фармить. Эти друзья, они не имеют права вылезать из своей базы. Если они вылезут, их могут поймать. А если их поймают, это ГГ. То есть сейчас все зависит буквально от одного очень хорошего файта. Например, 5 на 2. Или 5 на 3. Но в данном случае для команды НАСА нужен файт 5 на 4, перед которым Вивер выживает, и все. И они выиграли доту. Ну, не доту, а игру. Так как там один Вивер сносит всю, ну, всю сторону за пару секунд, реально. Ну, не нужно за пару, а. За то время, пока будет Тавиан, у него снесет. Так. Никс всегда теперь будет ходить под Вендеттой. Пацан не хочет рисковать, вдруг еще раз его ганганут. Так. Я не понимаю, зачем Лургор Клаб. Я бы купил, реально, я бы Дейдаус попытался это собирать, если честно. Потому что, друг, тебе Дейдаус реально как-то необходим слегка. Как бы это ни звучало. Потому что твой дамаг единственный, который может причинить хоть что-то, это чертовой крабе, который вас всех сносит. Убираешь крабу и все, и парни сыпятся. Краба как бы такой стержень. А, тут еще и 3 минуты, и еще плюс дополнительное время, которое мы не знаем пока. О, айсбласт. Фармить айсбласт. Ну, кошерно, конечно. Так. Вир, друг, а где твой Огр Клаб? Ты его продал? Сомневаюсь, что он продал. Я же видел, друг, что у тебя здесь было. Просто, ну, фарм, по идее, на стороне, конечно же, НАСА. Но все. Ну, по идее, все подходы они видят. То есть, кроме вот этого, если противнику так сдумают Дангай, НАСА этого не увидит. И они могут жестко пролететь, и особенно когда спину ему вот так ударят. Команда R2B, если они все-таки вылетят. Здесь никто не пройдет. Зато здесь, к ним очень просто зайти. То есть зайти за спину хоть куда легко. А тут еще и вард пропадает. Так что еще меньше вижен, теперь с любой почти стороны можно зайти. Так, у них сентрюли больше на карте, чем вардов обычных, друзья. Реально, команда R2B, они так боятся всех. Так. Я не понимаю, что они тут пытаются поделать. Да, он Дейдаус дособирает. Это Хекс? Почти Хекс, ему еще 200. Вот он фармит. Хекс на врыв. Привязочка, сало. Хекс, я думаю, что подруга отлетает. Однозначно. Ну, они просто играют от дефа. Ну, что еще парням делать? Я бы на их месте так же поступил. И просто все зависит от того, кто ошибется первым. Реально, кто первым ошибется. Давайте, начинайте. Начинайте этот чертов врыв. Не, ну, как понимаю, да, идея паповская, не получается зайти на ХГ, надо фармить. Ну, блин, ну да, она работает, но не всегда так хорошо, как хотелось. Я не знаю, чем эту фантомку, если сало, 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 хекс, хекс, привязка, привязка, тогда да. Стан никуда, пытается... Парни, ну отходите, ну, блин, ну, друзья, ну вы подставляетесь буквально же. По всем прошли жучки. Вир такой, а может гангануть? Нет, аппарат, ну зачем ты вернулся? Зачем ты вернулся? Понимаешь, там, типа Терминатора, I'll be back и все такое, но... Было лишним. Dire's middle tower is under attack. Виру там еще косарь надо. Ну, 900. Не, 800. 800 монет. Рошан через 2 минуты. Только с Рошаном можно зайти. Лишь с Рошаном. По-другому никак. Уже и вилушки идут, ладно. Я не знаю, они его реально захотят загангать или как? Или так для вида? Парню 100 голды не хватает. Я бы на месте уже курицу в секретку отправил вместе с рецептом. Здесь инвиз и тут две синтрули аж. Тут ты им сделаешь. Ничего. Так, Рошан будет как раз через минута полторы. Полторы минуты. Ну. Он решил дофармить полностью.
Друзья, ну зачем вы курицу переманиваете друг у друга? Зачем? Просто это может сейчас очень плохо сказаться на Вивере. То, что ему Дайдаус не придет в определенный момент, это будет плохо. Вы не представляете, как это будет плохо для вас же. И вы берете каждый... Вы опять курицу перезываете? Дайдаус, парни. Получается, 350 дамага. Гарантированно. Гарантированно 350 дамага. Еще плюс не гарантированно 850 сверху. Все зависит от крита. Может прийти, а может и нет. Тогда он фантомку будет, ну, крабу. Будет раскладывать, как нефиг делать. Я не знаю. Как еще описать? Какими битами, метафорами? Не, не. Бокобошка, конечно, да. Конечно же, это очень полезно. Вместо линки. Ну, друг. Я как бы из этого хэп... Нет, почему не так? Как бы сказать-то? По идее, у него все хорошо. Ага, центр, да. Но вард не палит. Зато они центру не видят. Они собираются все заходить на Рошана. Здесь ясно, понятно, что Рошанчика уже все забрать. 4 заряда, конечно, журные, да, вообще забейте. Это очень мало. А, игровая статистика, кстати, Networks. Как бы тут есть перефарм, но не такой жуткий. Друзья, опять не догадываются, что минус Рошан. Давай, критуля. Сколько у тебя будет критуля? 870. Стандартно. Как я говорю, 860, там пусть будет 870. Он забрал. Ага, он понимает, что ему типа тут не нужно. Ему тут вообще не нужны пока тревела, пусть курицы не посидят. Что же вы так нервно пикаете-то, а, друзья? Зачем нервничать? Все, вот эта зона у них, как бы сказать, не зайти, только стопа. Может, они как раз заставляют... Нет, противник же не знает того, да. Они просто рассчитывают, что противник опять снизу пойдет, и они угадывают, конечно же. Так. Давайте, пошли дальше. Ну? Ну? Ну, тут по вардам по всему пошли. Вы еще на полчаса, друзья, затяните как раз под третью катку. Это вообще будет весело. Надо пушить, уже кому-то надо пушить. Нельзя, уже слишком игра затянута. Ну, а зачем этот центр? А, ну, чтобы спалить другие центра, ладно, я согласен. Опа, врыв пошел, сало. Я не знаю, ну, скорее его даже разбили. Нет, он развел все-таки. Лоу. Тут один пацан-то вообще откидывается. Нет, врубает БКБшечку. Пытается. Да, он хоть одного-то запилил. Лоу. Неужто фантомка откинулась? Да, это откинулась фантомка. Нет, она сразу же выкупается. И это минус еще. Нет, Свардар сам убивает. Но Вера его добивает. Сырно незаюзно, все выкупаются, развели на выкупы, можно дальше, можно рискнуть, конечно же, можно рискнуть, но чем это закончится? Кстати, так, поставил он стеночку, конечно же, так хитрый, нагло. Давайте, помогите вы ему, как бы он один сейчас откинется. Во, спасли просто-напросто, да, Свардар, да, минус Свардар, выживает. Пытаюсь спасти Дизраптор, убегает. Нет, Дарксир не убегает. Это минус бот. Я не знаю, получилось то, что получилось. То, что парни хотели. И на топ, сразу же на топ. Потому что от тут главного парня, который заносит урон, просто нету, 90 секунд. Да, краба есть тоже, но... У нее экзорцин. Нет, текст. Нет, сносит, просто нам просто сносит. Ладно, пошли, типа, пошли, пофиг. Так, сало. Сварм. И... Нет, это ГГ. Можно писать с новичку мани. Это ГГ. Потная каточка, потому что инициатива постоянно переходила из рук в руки. Минус, конечно. Не, успевает щит кинуть. Ладно, бывает. Друзья, тогда несите вы, сейчас еще и откинь. Нет, не откидывается. Нет, не откидывается, пацаны. ГГ. Потная катка. Реально потно получилось. Наипотнейшее.
Так. Мне нужен пароль от Бобби. Так. Сейчас нас играют против... Так. Все. Ладно, всем спасибо. Если кто хочет, может еще посмотреть мой стрим. Ладно, давайте. Всем спасибо. Первая игра прошла. Всем спасибо, всем до свидания. Кстати, я это делаю, чтобы потом... Ну да, я ленивая скотина. Я не хочу членить потом на ютубе сам. Поэтому я так, прерывисто делаю. Ладно, всем спасибо, всем до свидания.